В спорткомплексе «Городской центр физической культуры и спорта Рубежного» прошли финальные игры турнира Луганской области по мини-футболу. На соревнованиях будущих звезд, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, побывала и наша съемочная группа. В спорткомплексе «Городской центр физической культуры и спорта Рубежного» завершились финальные игры турнира Луганской области по мини-футболу. В полуфинале приняли участие 4 команды детско-юношеских спортивных школ из Рубежного, Попасной, Новопскового и Сватова. Несмотря на юный возраст участников, а это ребята 2003-2004 годов рождения, игроки команд показали красивый футбол, характер и волю к победе. 4 сильнейшие команды области оспаривают право называться сильнейшей командой Луганской области. Луганская федерация футбола второй год подряд проводит эти соревнования. Футбол был, есть и всегда остается зрелищным видом спорта, и особенно вот в этих малышей, которые вот здесь начинают формировать свое футбольное мастерство. Пусть побеждает сильнейший, пусть они на футбольном поле доказывают и выигрывают. Это будет хорошая такая визитная карточка уже в средний и в большой футбол. В финале команды Рубежного и Попасной сыграли в ничью 1-1. Судьбу чемпиона определили пенальти. Победителем стала команда детско-юношеской спортивной школы Рубежного. Это была упорная борьба двух команд. Попасная тоже хорошо играла. У них был шанс, но мы оказались сильнее. Победителям турнира вручили кубки, а лучшим бомбардирам и вратарям – грамоты. Валентин Сычев, Илья Трофимов, Подии.